Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Вот эту квартиру я купила за криптомонету Призм. Так как я по образованию сама дизайнер, поэтому проект я буду делать сама. И, естественно, сама буду руководить ремонтом. Ну и сама, конечно же, буду делать основные работы. Для меня нет проблем подшить потолки гипсокартоном, положить плитку, ламинат. И вот такой у меня обалденный вид из окна. С обратной стороны дома. Я в восторге от своей квартиры, которую я купила за призм. Круто, просто круто. Такой сосновый бор, такой свежий воздух, просто отлично. Для доказательства я хочу вам показать, как я обменивала криптомонеты призм на альфа-кодах. Заходим на биржу BTC Alpha, подводим вот здесь к своей аватарке, опускаемся вниз и ищем альфа-коды, нажимаем, нас перебрасывает на страницу, где вы когда-либо производили свои альфа-коды, опускаемся вниз и видим, как я в 2019 году и в 2020 году обменивала свои альфа-коды на USDT. И вот здесь мы видим обработан, 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 обработан. Вот здесь я перекрыла электронные почты, на которые я отправляла номера альфа-кодов тем людям, которые хотели купить монеты призм на бирже. Таким образом, совершая обмен через альфа-коды, мы не только не рушим курс, а еще и увеличиваем количество объема покупок и продаж на биржах. Понимаете? Что естественным путем приводит к увеличению товарооборота и повышению ликвидности монеты. Ну и, конечно же, к повышению спроса на монету. Потому как происходит это вот как. У меня появились купцы, которые захотели купить монеты один на 24 500 долларов, а второй купец на 22 000 долларов. И вот поэтому в течение 3 дней я продавала на бирже монеты призм, и вот 21 ноября создала 2 альфа-кода. Один на 22 000 долларов, второй на 24 500 долларов. Затем, после того, как я получила наличные от своих знакомых, я отправила им альфа-коды на их электронные почты. Переводы по альфа-кодам совершенно бесплатные. Представляете, как это выгодно? Ни я не заплатила ни цента за вывод, ни мои люди не заплатили ни единой копейки за ввод на биржу. Понимаете? Мы сэкономили кучу денег на транзакциях. Затем мои знакомые обналичили также бесплатно эти альфа-коды и купили на них те же монеты призм на этой же бирже и вывели потом их на свои кошельки. Давайте перейдем в торговый терминал на BTC Alpha в историю декабря 2019 года. И что мы тут видим? Цена на монету в среднем была около 60 центов. Объем продаж в среднем от 400 до 800 тысяч монет в сутки. Это приблизительно на 350-450 тысяч долларов в среднем проходило сделок на бирже. И это только на одной бирже BTC Alpha. Вот так люди зарабатывают на криптомонете Призм, пока некоторые теряют свои деньги в хайп-проектах. Ну и, конечно же, речь сейчас идет о продаже на парамайненных и на форженных монетах, либо заработанных за счет того, что купили дешевле, продали дороже. А на сегодняшний день на призм также можно прилично зарабатывать, но для этого нужно уметь думать головой и, конечно же, увеличивать свои балансы на своих кошельках. Тем более, что курс сегодня прекрасно позволяет иметь по 5, даже по 10 кошельков с миллионными балансами. Короче, если хотите зарабатывать в интернете, не ведитесь на лохотронные заработки. Закачивайте лучше ноду призм на свой компьютер. Создавайте кошельки на ноде.
парамайните, форжите и зарабатывайте на своих собственных кошельках. Вот в этом ролике недавно автор очень подробно рассказал, как создать кошелек в электронно-платежной системе Prism. А на моем канале есть ролики, как зарегистрироваться на биржах, где можно купить эту криптомонету Prism и вывести приобретенные монеты на свои созданные собственные кошельки, чтобы увеличивать их количество за счет парамайнинга и форжинга и на этом зарабатывать. В описании под роликом нажмите вот здесь на кнопочку «Еще» и под всеми моими роликами о криптомонете Prism вы увидите нужные вам ссылки на биржи, на GitHub, на структуру нашу. В следующих роликах я буду рассказывать, как я делаю сногсшибательный ремонт и покупаю прекрасную технику благодаря криптомонете Prism. Пока некоторые безбожно сливают монету для того, чтобы вложиться в какие-либо лохотрончики. Понимаете? Я показываю, как можно зарабатывать не только на парамайнинге, но и на трейдинге. То есть приторговывать на биржах плюсом к парамайнингу и форжингу. Продали, например, 100 тысяч монет по сегодняшней цене. И не выводите в ту же минуту фиат с биржи. Подождите несколько дней. Если видите, что курс падает, закупайтесь обратно на 50-70% от полученного фиата с проданных вот этих 100 тысяч монет. В итоге у вас получится, что и фиат есть, и монеты все остались на месте. Ну, упал курс, а вы опять продаете по той же схеме. Вот таким способом не страшно падение курса. Понимаете? Если все так будут делать, то курс пойдет вверх. Вы же и продаете, и покупаете, понимаете? Вот именно так и работают все трейдеры на понижение. Когда очень много трейдеров оставляют львиную долю фиата для закупа на бирже, то на графике мы часто видим боковик. Это когда монеты продаются и покупаются в коротком очень диапазоне, то есть практически без скачей несколько дней. При такой ситуации часто наступает разворот, потому как каждый хочет закупиться дешевле и цена неожиданно ползет вверх. А вот когда наступит повышение, то тут уже кто накопил достаточное количество монет, тот будет в шоколаде. Но для этого нужно, конечно же, время, потому как никто не знает, когда и за счет чего может начаться разворот. Вот в этом ролике я доказала, что все компании с доверительным управлением рано или поздно соскамятся. Соскамятся все до одной, и это факт. Как бы красиво вам ни пели о том, что именно только эта компания платит, и тут можно зарабатывать вечно. Нет ничего вечного, понимаете? Запомните это и запишите у себя на лбу, что вечного ничего нет. Будьте умнее. Не входите в хайпы, особенно если вы не умеете приглашать и строить структуры. Если вы не умеете записывать ролики, и если вы не умеете выступать на сцене, приглашая ежедневно сотнями в свою компанию. Не несите в хайпы свои деньги. Вас там разденут и разуют. Лучше покупайте криптомонету. Именно за криптой будущее. Например, криптомонета Prism никогда не пропадет. Это вечно живущий инструмент. Это как кусочек золота. Его добыли, и этот кусочек золота есть. Его можно переплавить, сделать из него кольцо или просто слиток. Оно не портится, и его никто не выбрасывает. Его можно продать или подарить. Вот так же и цифровые деньги Prism. Их можно продать, их можно подарить. Но в отличие от золота, количество монет Prism на вашем кошельке может стать больше за счет парамайнинга. А вот золото наоборот, при частой переплавке теряет свой вес. То есть монеты Prism, это как тот кусочек золота, они есть и все тут. Ну есть, хоть и цифровые, но на вашем кошельке и на вашем компе. Научитесь понимать, какие монеты покупать, а какие нужно все-таки обходить стороной. Я зарабатываю на Prism уже с 2017 года и зарабатываю успешно. Каждый год езжу с семьей отдыхать в теплые страны за Prism.
В начале 20-го года купила квартиру за призм. И вот уже почти год делаю офигенно классный ремонт за призм. Очень довольна и очень рада, что в 17-м году меня познакомили с этой монеткой. Поэтому я с радостью делюсь с вами этой информацией. Желаю и вам также зарабатывать на этой монете. Цените монету призм. Увеличивайте ваши балансы. Таких монет с такой технологией больше нет в интернете. Есть похожие технологии, но года через 2 или через 3 вы поймете, что я была права. Не упустите возможность стать обеспеченными людьми. На этом у меня все. Ждите следующую серию из сериала «Квартира за призм, ремонт за призм». Подписывайтесь на мой канал. Поддержите мой ролик, нажмите на пальчик вверх и напишите свой отзыв в комментарии. И не забудьте поделиться этим роликом со своими друзьями в соцсетях. На этом у меня все. С вами была Валентина Синема 2.